Приветствую вас, зрители моего канала. Наверное, каждому приходилось видеть в жизни трактор. И что бросается сразу в глаза, так это разница в диаметре его колес. Задние большие и передние маленькие. Почему у трактора такая разница в диаметре колес, я расскажу в этом ролике. Большие задние и маленькие передние сделаны не просто так для красоты. Все дело в том, что такая форма колес и габариты позволяют добиваться сразу несколько положительных результатов. Тракторам по роду их работы приходится много работать и ездить в условиях пересеченной местности или где их вообще нет. А там, где нет дорог, можно легко застрять или забуксовать. Вот тут и приходит на помощь разница в диаметре колес. Во-первых, увеличенный диаметр задних колес улучшает сцепление с грунтом, так как увеличивается пятно контакта шины и грунта. Плюс ко всему на шинах трактора хорошо выражены грунтовые зацепы. Они не позволяют технике увязнуть в грязи. Во-вторых, за счет использования колес большего диаметра увеличивается дорожный просвет, что позволяет трактору двигаться по бездорожью, болотам и песку. И в-третьих, такие большие задние колеса – это улучшение крутящего момента. Например, если бы задние колеса были бы маленькими, как и передние, то при увеличении крутящего момента значительно увеличилась бы их скорость вращения по сравнению с колесами большего диаметра, а это приведет к пробуксовке шин при буксировке. Также можно легко установить разное навесное оборудование на трактор в задней части без потери устойчивости. Но важно знать, как правильно установить цепное устройство прицепа плуга или другого сельхозоборудования, так как у подобной разницы колес есть свои минусы, а это опрокидывание вокруг задней оси. Ну и маленькие передние колеса также сделаны такими не просто так. Чем меньше колесо, тем легче маневрировать. Намного сложнее было бы маневрировать трактором, если бы передние колеса были бы большими. А так, благодаря маленьким колесам, легко водителю трактора маневрировать в песке, снегу и грязи. Теперь, когда вы увидите трактор в поле, то будете знать, почему у него задние колеса больше передних. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, пока-пока.